Друзья, привет! Мы тут расслабляемся с моими любимыми приятельницами. И сейчас мы будем обмывать. Мы вообще ведем здоровый образ жизни. Но сейчас мы обмоем, да, наш самый большой пакет Life и самый большой пакет Loyalty, вот, который сегодня взяли мои друзья. И вообще мы тут классно сидим. Лара, и... сегодня надо запомнить число какое. 14 июля. 14 июля. 16 года. Лара, как я счастлива, что я дружу с тобой уже 16 лет. 16? Вау. Да, 16 лет. Вначале мне нравилось с ней. Вот у меня такой характер. Вы понимаете, я не могу дружить со своими ровесниками. Ага. Они меня куда-то, да, они меня тянут куда-то, это старость, это все. А возле Лары я себя чувствую молодой, молодой, понимаете? Я ценю это все. И вот, Лара, 16 лет прошло, я совсем не постарела, меня даже встречают люди, и все. Потом я тянусь за ней. Ну что, здорово. Мои ровесницы на даче, туда-сюда, а я вот зарабатываю деньги, отдыхаю и зарабатываю деньги. Где найти такой бизнес, где можно найти? Друзья, она недавно получила 2000 долларов. Да. Еще не успев даже откатать полностью все свои ваучеры, они уже заплатили. Людмила Львовна, а с вами тоже мы с какого года? Я даже не помню. 2001. А сейчас 16-й? Да. 15 лет. 15 лет скоро будет. В октябре. Тост. Да. Давайте выпьем за то, что... Лара, Людмила Львовна вообще начала меня толкать. Первая вот по вот этим вот всем делам. Мы познакомились там. Мы путешествовали, мы были в Израиле, мы были с Людмилой Львовной где? В Египте. В Египте, где мы только не были. Всегда я себя чувствовала возле нее, ну, уважаемым человеком. Всегда она меня куда-то пропихивала, всегда. И вообще, девчонки, это такая редкость, что вот так... Три человека разного возраста, но нам интересно, мы счастливы, да. Выпьем за это, чтобы мы еще больше зарабатывали денег, отдыхая за границей. Давайте, чтобы наши желания не заканчивались. Да, для человека все начинается с желания. Желание, да. Желание делать добро людям, желание путешествовать, желание быть счастливым, и чтобы рядом были такие же люди, чтобы росла команда. Супер. Я хочу пожелать вам, девочки, мои дорогие подруги, чтобы мы были счастливы рядом с теми людьми, кто рядом с нами. Угу. Чтобы мир, который мы пришли, чтобы он становился лучше и добрее. Потому что, конечно, красота этого мира, познавать эту красоту, вот, и дарить любовь другим людям, которые нуждаются, может быть, в этом, или также партнеров. И вообще, здорово, что мы в команде лучшей. Да, да. В команде лучшей. Лучшая команда Fireflies. Лара, спасибо тебе огромное за то, что ты такая вот открытая, за то, что ты двигаешься, творческая, инициативная, добрая, любящая. Аллилуйя.